Добрый вечер. Ходят слухи, что в Приднестровье прибыли вагнеровцы и готовятся к нападению. Живем возле границы. Страшно, непонятно, чего ждать. Скажите, пожалуйста, готовы ли мы к такому сюрпризу? Да, конечно, мы готовы к такому сюрпризу. Ну и скажу так, что если и удалось вагнеровцам там через территорию Румынии, ну понятно, что не через Украину, а через территорию Румынии попасть в Молдову и потом попасть в Приднестровье, вполне возможно, что наемников. Тем более, я уже вот только что сказал в военно-политической обстановке, что там начались митинги против, на фоне повышения тарифов начались митинги, начались волнения. Вполне возможно, что туда могли быть переброшены сотрудники ФСБ, может быть, наемники из ЧВК Вагнера для того, чтобы осуществлять огневую поддержку действий провокаторов. Да, вполне возможно. Но это, поверьте, это все направлено против самой Молдовы. Это ни в коем случае не направлено против Украины. У нас достаточное количество войск, у нас укрепленная граница с Молдовой, в том числе и со стороны Приднестровья. Поэтому мы готовы, и вряд ли они смогут. Они не пошли из Приднестровья, когда была угроза там, высадки десанта. Я объяснял неоднократно, что Приднестровье могло активизировать боевые действия только при условии, если бы сухопутная группировка российских войск прорвалась бы к Одессе. Вот тогда бы Приднестровье вступило в бой. Ну там их всего 3000 до 3000, и там уже кадровых российских военных контингент довольно малый. Но тем не менее. Так что не переживайте, граница укрепленная, вряд ли там будут какие-либо провокации. Thank you.